Правый удар локтем снизу в голову. Находимся в боевой стойке. Переносим вес тела на левую ногу, посылая импульс, разворачиваем правую ногу на передней части стопы. Вращая таз и корпус влево-вверх, выбрасываем правую руку, максимально согнутую в локте. Наносим круговой удар снизу вверх локтем в голову противника. Удар наносится острой частью локтя. Во время нанесения удара кисть правой руки расслаблена и развернута наружу. В финальной точке кисть оказывается под левой рукой. Правая рука в момент нанесения удара прикрывает голову и корпус. После нанесения удара рука возвращается в исходное положение как можно быстрее.